Неплохо отдохнули. Да, особенно финал. Кто организатор мероприятия? Допустим, я. Ну, допустим, мне нужен список всех, кто был на вечеринке. А у вас есть ордер? Ну, тогда это конфиденциальная информация. Она была конфиденциальной, пока там не убили человека. Так что давайте мне список и побыстрее, мне некогда. Простите, я могу увидеть ваше удостоверение? Красивое фото, Владислав. Понимаете, Влад, у нас закрытое мероприятие, было очень много серьезных людей. Мы не можем просто так сотрудничать с органами, пострадает наша репутация. Я так понимаю, вы организатор. Значит, вы понимаете, что ордер — это...